Объект, открытие которого с нетерпением ждут не только жители Щелковского района. До сдачи перинатального центра действительно остались считанные дни. Здесь уже ничто не напоминает стройплощадку, кроме, пожалуй, небольшой части территории медицинского учреждения. Одно из самых заметных изменений последнего времени – завершен демонтаж здания старого роддома. На этом месте предполагается построить экопарковку для транспорта. Внутри все практически готово к открытию – таблички, указатели, сигнализации. Медперсонал заканчивает обучение работе на новейшем оборудовании и обживает помещение. Штат перинатального центра – порядка 180 человек, примерно 40% уже на месте. Остальные только и ждут, когда главврач вызовет их на работу. В субботу работы в перинатальном центре вновь проконтролировал зампред правительства Московской области Максим Фомин. Провел совещание, отметил, что готовность помещений должен принимать непосредственно медперсонал, если обнаружится замечание, чтобы подрядчик все быстро исправил. Я считаю, что трудностей здесь нет никаких. Объект готов, надо только где-то что-то подмазать, подклеить. Я дал поручение, чтобы за неделю все замечания медицинского персонала были сняты. Я хочу, чтобы этот центр, наш один из самых крупных, таких 5 по области, чтобы он заработал, мог заработать через неделю. Вот такие поручения я дал как и подрядной организации, так и нашему Минздраву. Срок этот реальный, но все-таки условный, уточнил Максим Фомин. Глава района Алексей Валов также считает, что в случае с перинатальным центром не чиновники, а медики должны определять, когда он будет полностью готов к открытию и приему пациентов. Главное не навредить. Главное, чтобы он был в таком состоянии сдан, когда он поможет. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».